На сегодняшний день на Запорожстале трудится более 4000 женщин. У руководства комбината и представителей профсоюзного комитета к ним особое отношение. Накануне во Дворце культуры металлургов состоялся праздничный вечер, посвященный Дню матери и Дню семьи. Отмечать эти дни – добрая традиция на Запорожстале. На мероприятие приглашаются представительницы прекрасного пола, семьи, нуждающиеся в поддержке, а также представители трудовых династий. На комбинате Запорожстале и всем программам, которые у нас заложены и касаются социальной политики, касается женщины, в первую очередь уделяется внимание. Наши традиции эти продолжаются, и мы подтверждаем это сегодняшней этой встречей. Для гостей праздника была подготовлена насыщенная концертная программа. Творческие коллективы Дворца культуры металлургов подарили присутствующим хорошее настроение. Кроме того, на сцене выступали семьи, принимающие участие в смотре конкурсе «Таланты твои, Запорожсталь». По словам инженера дирекции по снабжению комбината Нины Кононихиной, которая воспитывает троих детей, на такие мероприятия они ходят с огромным удовольствием. Эти мероприятия сплочают людей. Тем более дети знакомятся между собой, находят новых друзей, знакомства. Это тоже хорошо. Узнают о каких-то других увлечениях, других детей. Познают мир, то есть это все полезно. Также в этот день состоялось подведение итогов детского конкурса рисунков «Моя любимая мама». Без подарков не остался никто. По словам организаторов мероприятия, каждый праздник не похож на предыдущий. Программа пополняется новыми оригинальными конкурсами и номерами. Сегодня мы украсили наш праздник цветами. Сегодня каждая мама получит букет цветов. И это тоже, я думаю, будет очень приятно каждой маме. Ну, стараемся, чтобы с каждым годом усовершенствоваться и быть лучше.